Всем привет, это кот Аркадий, он стрелец зоны боевых действий. Вот сейчас везем его в клинику Зоолюкс, котик в таком тяжелом состоянии. Вот, давай переносочку садим его, вот такой малыш. Сейчас он в карантин боксе. Ты маленький. И закрываем, 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 закрываем. Вот так. Так, а мы уже идем, нас машинка ждет. Едем в Зоолюкс. Сейчас сдадим все анализы, сделают УЗИшку. Общий анализ крови, биохимию. Соскобы возьмут. Вот и посмотрим. Так, приехали в Зоолюкс. Сейчас Аркадия несем на осмотр. Вот, в принципе, Зоолюкс. Вот. Тяжеленький Аркадий. Так, а вот мы уже приехали с клиники, уже в боксе. Аркаша пьет воду. Ну, давайте посмотрим. На Аркадия. Кот очень покладистый, лечить себя дает на ура. Никаких сопротивлений в плане лечения. Сейчас он обработан иммоверолом. Где иммоверольчик? Вот иммоверол. Потому что он как будто под радиацией светится от лишая под лампой Вуда. Вот. А вот его бокс. Ну, он уже в туалет сходил, немножко попачкал. Вот. Вот у него вентиляция. Что тут еще здесь? Это камера, чтобы наблюдать состояние его. Кстати, очень удобная вещь и часто помогала вовремя реагировать при критических ситуациях, когда надо было брать и лететь прямо в ветклинику, когда время шло на часы. Что по итогу у него? У него ВИК, вирус иммунодефицита кота, лейкоз. Один сплошной лишай. Затруднена трансплантация пищи. Вот, проблемы с почками, проблемы с мочевым. Ну, такой, в общем, вот, бедолага. Ну, будем его вытаскивать. Не знаю, мне он очень понравился. Классный кот. Теперь общая острая задержка мочи, гипотония органов ЖКТ. Хроничная болезнь почек, хроничная гепатопатия. Вот. Также иммунодефицит, ВИК у него и лейкоз. Это то, что подтвердилось. Вот. А вот лечение, то, что ему назначили. Препаратов много. Вот на видео мы только что иммоверолом обрабатывали. Вот. Этим уже обработали. Это даем масиды топридоксазин. Зазин даем, эспумизан даем. Вот. В общем, вот такой вот Аркаша. Аркаша не один котик стрелецкой зоны боевых действий. Остальных мы покажем потом. Видео, наверное, сегодня и выложим. Вот что у нас сегодня 4, а 16 число. Вот, наверное, видео сегодня и выложу. Вот. Поел. Уже и в туалет сходил. Ай, ты маленький. Ну, а мы будем благодарны за подписку, за лайк. Всем спасибо, что смотрели нас.